И снова здрасте. Ну давайте, ребят, разбираться по поводу того боя, того самого боя Полгун Прома против ДДСО. Как пишут мне в комментариях игроки того боя, что Тимур заметил тот тяжелый танк последний и сообщил его игроку с ником Берет на Барет. Давайте посмотрим, сколько времени было у игроков на то, чтобы сообщить и найти потом. То есть, сколько времени было у Тимура на то, чтобы сообщить ему об этом игроке, и затем, сколько времени было у этого игрока с ником Берет на Барет, чтобы найти этот тяжелый танк. Приближается к танковой карте. Сейчас мы видим, что игрок захватывает, вернее, сбивает точку С для того, чтобы очки начали уходить у противника. И они жертвуют этим танком. Вот. Остается где-то еще один танк. Где? Неизвестно. Сейчас мы посмотрим от лица Тимура, как он его найдет. Убираем вот эти штуки все. Проход над точкой. Допустим, нашел. Вот он его видит. Сообщает. Время. Заметим, да, мы какое время там было. Говорит, вижу тигра. Но почему он в этот момент не отрабатывает по этому тигру пушками или ракетами хотя бы? Вот он его видит. Почему он по нему не стрельнул и не показал? Значит, он его не видел. И после этого игрок... Скорее всего, кто-то другой его увидел, да? Или как? А теперь посмотрим со стороны Берет на Барет. И вот давайте смотреть от лица игрока с ником Берет на Барет. Промотаем до 9 копеечки секунды и начинаем, вот подлетает, все, включаем скорость первую и смотрим, куда он смотрел. Выбираем списки игроков. Первый танк, который испарился, ну, это вынужденная жертва. Это вот он, 29-й на точке С. Время 9.45. Ровно в 10.01 Тимур увидит второй танк и скажет, вижу танк, да? Где, блядь, правда, я не знаю. Номер улицы и квартиру назовет, или что он? Скажет, вот сейчас он поднимается и говорит, вижу танк. Чувак даже бровью не повел, да? Он в это время заходит на точку А. И его не видит никто. То есть он даже не пытается искать его. Если ему объясняют, да, давайте заметим, если ему объясняют, что вижу танк, и вот он уже на 10.20 уже его видит. Сразу же. Блять, даже не искал. Сразу же увидел. Молодец. Да. Ладно, полк Прома. Защищайте и дальше вашего читера. До новых встреч. Пока-пока.